Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и мы продолжаем играть в Бравл Старс, рубрика «Аккаунт без доната». И сегодня я сделаю то, о чем многие из вас давно просили. Сегодня я создам новый клуб в Бравл Старсе. Для тех, кто не успел вступить, мой основной будет дополнительный, созданный на аккаунте без доната, и не будет здесь порога в 14 тысяч кубков. Порог будет ровно таким же, сколько у меня кубков на аккаунте. Допустим, у меня сейчас 2400, значит и вступление будет 2400, ни больше, ни меньше. Чем больше будет у меня кубков, тем больше будет порог. Кикать я за маленькие кубки не буду, буду только за неактивность. Допустим, не было у вас 3-4 дня, конечно, вы будете кикнуты, порог поднимается, другие ребята будут заходить. Поэтому, друзья, перед началом огромная просьба каждому из вас прямо сейчас опуститься под видосик, нажать на красную кнопку подписаться, поставить свой лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды, и тогда по-любому вам выпадет лего. Готовы? Раз, два, три. Успел? Спасибо тебе большое, а мы начинаем. Итак, сразу же, немедля, я захожу и создаю новый клуб. Тег вы его увидите, название вы увидите. Я пока, правда, не знаю, какое название, но мы сейчас сами что-то придумаем. Итак, описание. Это у нас, скажем так, второй. Я так и напишу, второй клуб Робзи. Описание я потом поправлю, это пока что временное описание. А здесь мы назовем его, допустим, банда бомжей Робзи. А я буду главным бомжем. Ну, у меня Робзи бомж. Давайте так и назовем, серьезно. Банда бомжей Робзи. А можно такое название? Блин! А давайте просто банда бомжей. А почему бы нет? А я буду главный Робзи бомж. Если, конечно, вам не понравится название, можно в дальнейшем изменить. Но мне кажется, будет прикольно. Так, тип открытый, 2400 кубаса вступления. Ровно столько же, сколько у меня. И нажимаю создать. Готово. Итак, тег клуба, это у нас хэштег UVPLCUG. Короче, вот такой клуб, друзья, вступайте. После ролика можете сразу вступать, пока что мест 99. Конечно, у меня первое место, и я пошел прокачиваться. Зайду в магазинчик, что у нас здесь есть. Подарочек, спасибо, монетки, это хорошо. Больше покупать я здесь ничего не могу, потому что я же играю без доната, серьезно. Без доната, хотя стоп. У меня есть ящички, 5 ящиков, у меня здесь еще события нужно сегодня попроходить с вами. Я хочу сегодня поиграть за пэмку. Как помните, в прошлой серии мне выпала пэмка. Это было просто офигенно. У меня, кстати, уже на этом аккаунте 13 бойцов без доната. Я 3 дня не прокачивался здесь, немножко подзабил, отдыхал от бравла. Но я обещаю, что я вернусь. Я вернусь и буду дальше качать каждого персонажа на 500 кубасов. Друзья, но не забывайте ставить лайки. В прошлом видосе вы поставили очень мало лайков, а для меня это реально мотивация. Когда много лайков, значит, я знаю, что вам нравится. Значит, я буду продолжать эту идею. И, кстати, напишите в комментарии и поставьте лайк тем, кто хочет продолжение рубрики «Доначу сыну» или «Снимаю сыном». У меня 2 сына, Вадим и Никита. Я могу продолжать эту рубрику, если вам она нравится. Итак, что мы делаем? Мы сходим с вами, допустим, в столкновение. Я не знаю, какая даже карта. С моими кубками я могу, в принципе, выиграть на любой сейчас. Хотя нет. Возможно, попадется такой же профессионал, как я. И меня сможет легко вынести. Я играю за ПМ-ку. Робзи бомж. Так, поехали. Я смотрю, что у нас здесь кто стоит. Фрэнк стоит, да? Фрэнк АФКшер. Ладненько. Пойдем набьем себе ульту. Боже, какая ПМ-ка медленная. Я забыл, какая она медленная. Так, он хочет... Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, забирает. Так, откат скиллов. Минус как бы Фрэнк. Есть ульта. Так, погоди, Джесс, иди отсюда. Забрала мою штуку, слушай. Так, там у нас... Ой-о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 й. Рика, тихо. Минус Рика. Так, ну мы тут забираем. Мы тут забираем однозначно. Отстреливаемся, уходим вниз, 6 бойцов. Так, мне нужно как-то в упор подойти, или не стоит в упор подходить. Так, смотрите, 3 банки. 3 банки у Джесси, немножко пробил. Здесь вроде бы никого нет. Так, смотри, там Дэрил бегает. Отходим. Так, давай, да, хорошо. Еле справился. Немножко я, конечно, прокосячил, но справился. Три бойца. Нужно брать топ-1, нужно на всех карты сходить и поиграть за ПМ-очку. Слушайте, эпический персонаж. Еще одна Джесси, да? Так, пробили. Боже, как мне Джесси кумарит, если честно. Столкновение. Я против против 8-баночный Дэрил. Серьезно, 8-баночный Дэрил. Так, нужно отходить, нужно пробивать его. Куда пошел? Он отхиливается. Это гадина хилится, понимаете?
И он сейчас будет бегать от меня, вот в чем проблема. Ах, ты ж паскудина такая. Но у меня есть ульта, понимаете, у меня есть ульта. Так, что он делает, что он делает? Он не знает, где я точно. Ну, слушайте, мне кажется, я могу проиграть. Так, смотри, у него есть ульта. Так, ну да, 8 банок, конечно, против 4, это нечестно. Тем более в упор я бы так не смог. Да, он еще застанет, я не успел ульту кинуть. Я думал, успел ульту поставить, чтобы он на нее наткнулся автоатакой, пострелял в нее. Но не получилось, но не получилось. Итак, мы с вами почти дошли до награды. У нас скоро будет плюс еще один сундучок. Что у нас еще с вами сегодня не сыграно? Награда за поимку. Одинокая звезда, краеная слава. Нужно в одинокую звезду сыграть. Нужно закрывать все активности. Я же говорю, 3 дня я забил немножко на Браул. Я отдыхал, потому что закончилось обновление, Хэллоуин прошел, карту удалили, боже, как я горюю по карте, которая мне очень сильно нравилась, ребята. Это жесть, режим пиявки, или как он там назывался, режим призрака, такой офигенный, мне очень сильно нравился. Так, мне кажется, здесь кто-то есть. Так, здесь у нас Пенни, здесь у нас Пенни. Блин, я забрал? А, я забрал Пенни, хорошо. Давай, Карлуша. Ну, я могу и потерпеть немножко, в принципе. Так, здесь у нас Шелли пришла. Ух, ничего себе. Шелли. Так, подожди, мало хп, хилимся. Так, тихо. Отбились. Так, Деда Майка. Уходим. Переходим на Деда Майка. Так, погоди. Он... Ай, ах ты ж паскудина. Блин, его добил Кольт. Пока я бегал с ним вокруг этого кружочка, его добил Кольт. Так, смотрите, у Кольта 4 звезды. Я хочу забрать твои звездочки, Кольт. Ты как, не против? Оп. Леон. Так, я первое место. Я Леона успел убить, но меня завалили. Может, Дина Майк зажал? Кольт зажал. В общем, все меня со всех сторон зажали. Так, я вижу здесь еще Кольт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там Карл какой пробитый. У него пипец как много. Так. Есть. Первое место. Хорошо, я убил Карл. Блин, вот как неудачно я появился возле этой ниты дурацкой. А давай. Как она не... Вернее, не я появился. Она неудачно появилась прям возле меня. Прям вот в миллиметре от меня рыснулась. И у нее был неуяз. Конечно, что я сделаю, когда у персонажа неуязвимость. А у меня, увы, неуязвимости как таковой нету. Так, смотрите, мы сейчас Динамайка пробиваем. Так. Ну, слушай, Динамайк, тебе как бы капец. Тебе как бы тут в любом случае капец. 15 звезд, и меня обогнали. Да, все-таки, смотрите, он меня обгоняет. Так, Нита, мне нужно твое вот это вот... Мне нужно твои звезды, Нита. Так, 6 секунд, нормально. Так, ставим ульту. Так, давай, жесть. Это было красиво, ребят. Лайк за красотище, серьезно. Итак, у меня клуб стоит от 2400 кубков. Все по-честному. У меня сейчас 2409 кубков. Даже я заберу, конечно же заберу золотишко. Оно мне понадобится. На аккаунте без доната любая мелочь очень крутая. Очень крутая. Так, броубол, захват кристаллов, награда за поимку. В принципе, можно и сыграть было в награду за поимку. А после этого мы сами откроем сундучки. Серьезно. Открою сундучки. Их немного, но у меня прям, знаете, предчувствие, что там что-то сидит вкусненькое. Так, смотрите, у нас получается АФКшник. У нас уже ведро. Ведро АФКшит у нас. Так, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не рассчитывал, что Роза... Блин, я не посмотрел, серьезно, перед началом боя. Тоже будет против нас. У нас АФКшник. Это круто. Когда у вас в теме АФКшник, это всегда интересно. Так, мы убиваем Пенни. Мы сейчас пытаемся убить этого, так, молодого человека. Ставим ульту. Оп. Вот, тихо. Так, я справился с Розой, но меня развалили. У нас... Что ты делаешь? Боже, офигеть. Как это странно. Так, давайте мы сейчас с вами... Ой-ой-ой-ой. Подожди. Можно пушечку эту убрать, 100% убираем пушку. Так, 9 на 11, мы пока продуваем. Так. Блин, я промазал. А, нормально, я не промазал. Блин. А можно пушечку как-то убрать? Так, я вроде бы вернулся, полетел. Куда, черт пойми, ты полетел? Он полетел просто умереть. Я понял, он пошел умереть. Так, у нас Динамайк молодец. Стой. Ультанули просто. Закидали какашками меня. Это жесть. 19-19. Наш Эльприма пошел сливаться. Правильно? Правильно. Наш Эльприма молодец или нет? Так, я врываюсь. Пацаны, я врываюсь. 21 на 21. Так, красиво. 26 на 21. Пацаны, дефаемся. Отходим.
хилимся, живем, все, у меня тут все, у меня тут все хорошо. Эль Прима, не иди, не иди, зачем ты пошел? Зачем я пошел, скажите мне, пожалуйста. Так, ставлю хилку, ставлю хилку. Так, Роза забайтилась на хилку. Так, Розу пробили. Так, Пенни. Здравствуйте. О, все, минус Пенни. Красиво. Ну, Роза, слушай. Роза, конечно, пошла искать свою гибель, что ли? Так, сколько секунд осталось? Я дал им просто... Вот это было некрасиво. Да, тупо моя ошибка. Я переусердствовал. Вот эта долбанная пушка Пенни просто прилетела мне в голову. Я не рассчитал этого. Извините. Ладно. Добыли с вами. Награды за поимку не прошли, но сундучки у нас есть. Поехали. Открываем. Просто с первого бойца. Без первого сундука выпадает сверх редкий Карл. Это круто. Это плюс еще один боец. Итого уже 14. Вы видели? Без доната. Просто открываю сундучок, там Карл. А может быть здесь что-то еще есть? Нет, здесь у нас очки сил на ПМ, на Пока. Билетики на минуточку. Слушайте, а я говорил в начале серии, что у меня прям было предчувствие, что что-то интересненькое прям затаилось в сундучке. Знаешь, сидит и дышит. Прям говорит, открой меня, я дам тебе бесплатного перса. Просто персонажа сразу дам. 5 гемасов? 5 гемасов, и то 23, кстати, я недавно гемасы тратил, я покупал на них билеты, когда выйдут билеты, я снова потрачу все свои гемасы на эти же билетики, потому что это реально выгодно. Так, у него выпадает 20 денег, динамайк, роза, неплохо, до этого мало. Так, 24, Нита, Дэрил, хорошо, и один большой ящик, еще один большой ящик, который мне что даст? Ничего не даст, потому что было 49 золота. Итак, мы за ПМ-ку проиграли награду за поимку, поэтому нужно в любом случае отыгрываться. Это был плохой бой, не делайте так никогда, реально не идите в бой, я слишком в себя поверил. В общем, я немного заигрался и пошел просто вперед, это была моя роковая ошибка. Здесь даже не скилл игрока зарешал, а просто пассивная его пушечка, которая просто он бросил и все. А, извините, пожалуйста, а где все ребята? Можно спросить? Что они там делают? У вас все хорошо, вы там живы, здоровы. Так, смотрите, мы одного уже убили. Здесь Эль Примка идет. Слушай, Эль Прим, они какие-то очень странные. Ладно, ставим хилочку себе здесь. У нас, конечно, тоже не топовые бойцы, но все же мы должны с вами уничтожить кого? Кто у нас? Биби здесь. Биби убили. Так. Динамайк пробиваем немного. Ух, смотри, как. Я уже так давно за ПМ-ку не играл, серьезно. Я и забыл, какой у нее жесткий урон. Серьезно, она очень жесткая. Смотри, сколько я набил уже. Будет проблема, если я опять заиграю. Сейчас просто я какой-то динамайк. Динамайк. Нет, динамайк меня не убьет, потому что я просто его вынес в хламищу. Так, ставим здесь хилочку. Дефаемся от Биби. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Биби, слушай, ты, конечно, молодец, но минус Биби, как говорится. Так, здесь у нас снова минус динамайк. Как это офигенно играть на таких кубках. Серьезно, особенно за пэмку. Так, здесь у нас ульта Биби полетела. Мы с вами нафигачили, немножко отхилились. Так, снова нужно... Забрали. Динамайк, здравствуйте. О, попали. Хилочка стоит. Этот катается у нас по кругу. Что ты делаешь? Что вы делаете? Так, подожди, дайте убить. Капец, у меня звезд. У меня просто над головой все звезды в этой игре. Так, снова вынес. Так, Биби идет. Отходим. Ты убила мою вышечку, серьезно? Да как же так, ты посмела. Гадина ты такая. Так, смотрите. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, этот сам себя погубил. Просто прыгнул, как говорится. Какой насчет? 40 на 12. Вы себе представляете? 40 на 12. Это жесть. Вот это была разгромная победа. И здесь, конечно же, я звездный игрок. Конечно же, здесь я не заигрался. Здесь я был осторожен. Итого у меня там 2400 с чем-то кубков. Я думаю, этого мне пока что достаточно. Я буду дальше прокачиваться вне записи. Естественно, я буду продолжать делать. Ребят, клуб я создал. Вы просили. Я создал. Я сделал то, что обещал. Вернее, не обещал, я сделал то, что просили в комментариях. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, жать на колокольчик и писать комментарии. Я их читаю. С вами был, как всегда, Робзи. Увидимся в следующей серии. Всем хорошего настроения и всем пока!